В начале данного ролика хочу всем порекомендовать канал под названием Печенька. Это канал девушки, она снимает очень прикольные, очень крутые видеоролики по игре Black Strike, снимает смешные моменты, снимает разные дуэли и тому подобное. Ребята, у нее уже почти 2500 подписчиков, поэтому давайте ей поможем набрать много-много подписчиков, ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и наконец-то мы дождались годное обновление. Ребята, добавили консоль и консольные команды. Как по мне, это очень круто, очень классно, поэтому у меня к вам всего лишь одна просьба. Ребят, пожалуйста, поставьте большой и жирный палец вверх, потому что сегодня я вам все детально расскажу и наглядно покажу. Так что, пожалуйста, не ленитесь, ставьте большой и жирный палец вверх, а также обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, поехали! Чтобы, ребята, активировать консоль, мы заходим в раздел «Настройки». После этого, ребят, нам необходимо всего лишь поставить галочку напротив консоли. То есть, вот, ребят, сюда ставите галочку, дальше «Закрыть». И, конечно же, вы меня спросите, Кент, а пока, как открыть консоль, потому что мы не видим никаких кнопок. Ребята, чтобы открыть консоль, вам необходимо нажать на кнопку «Назад». То есть, именно на ваших смартфонах. То есть, это именно не кнопка внутри телефона, это кнопка на телефоне. Есть сенсорная кнопка «Назад». Вы, ребят, на нее нажимаете, вот я сейчас тоже нажимаю, правда, у меня эмулятор. Вы на нее нажимаете, и, ребята, у вас открывается консоль. Ну что ж, давайте я вам покажу, какие есть команды. Мы вводим английскую букву C, и мы, ребята, уже видим три команды. Давайте все по порядку. Начнем с камеры Shake Speed. И, ребята, тут мы введем значение, допустим, 100 и 5. Вот мы вводим значение 100 и 5. И что же происходит? Наш экран начинает трясти. Да, ребята, это полный жест, потому что когда я бегу, мой экран прям очень сильно трясет, как будто под какими-то препаратами. Ничего себе, просто невозможно играть. Прям очень-очень сильно трясет. Так, давайте дальше. Так, а ну-ка. Наша вторая команда — это камера Bob Speed. Мы ее тоже вводим, ребята, и, допустим, ведем значение 105. Так, а ну-ка. И что же происходит? А, ребята, происходит следующее, что у меня начинает трясти теперь не только вверх-вниз, но и влево и вправо. Короче, трясет меня, ребят, во все стороны. Да-да-да, трясет меня во все стороны. Это, короче, тоже полный трэш просто. Так, давайте дальше. У нас есть и третья консольная команда. Я ее ввожу. Это, ребят, камера Shake Amplitude. То есть амплитуда нашего трясения. Допустим, ведем 50, 50, 0, а ну-ка. И сейчас, ребята, произойдет следующее. Ничего себе, вот это да. Ну вот всякое ожидал, ну чтоб такое, ребят. Ну просто невозможно играть. Такое впечатление, как будто у меня 3 FPS. Хоть на самом деле это просто консольная команда. Ничего себе, полная жесть. И у нас есть наша четвертая консольная команда. Ух, ничего себе, как меня плющит. Вот это, ребят, я не ожидал. Мы вводим буковку О. И тут мы просто вводим 1 или 0. То есть всего лишь, ребят, 2 значения. Допустим, 1 это активировать, а 0 это деактивировать. Ну, к сожалению, я пока что не понял, что дает эта команда, но она тоже есть, и в нее тоже есть свои значения, а именно 1 или 0. Ничего себе. Вот это, конечно, да. Вот это, ребята, полный трэш. Ладно, давайте выйду и немножко расскажу по своим консольным командам. Пока что это только начало, потому что в будущем этих команд будет гораздо, просто гораздо, гораздо больше. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ваш Кент АПК вам будет рассказывать о всех командах, потому что, ребята, кто же как не Кент АПК вам расскажет, что же добавили, что же изменили и как все это работает. Я думаю, на этом все, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Кстати, кто не в теме, убрали вкладку «Друзья», ее немножко переделают, так что, ребят, не волнуйтесь, скоро все добавят обратно. Ну что ж, всем удачи и всем пока!